Часто друзья спрашивают, какой физической активностью занимаются американцы. Ну вот мы, например, со Светланой, ну больше я, конечно, мы вот секатором работаем. Это советский секатор, наверное, на каком-то оборонном предприятии был произведен при коммунистах, даже не знаю, но мы взяли его когда-то с собой. И вот где мы сейчас будем его употреблять. Смотрите, это наш забор, вы видите, это забор. Ну, это вот тут у нас, это наш такой, наш забор с соседом. Что тут? Вот там калиточка, видите? Вот там мусорные ящики стоят. Тут инвентарь всякий. А тут, вот тут у нас, соседи за забором. У соседей растут, ну, видите, вот яблочки. Яблочки, можно сказать, невзрачные, никакого интереса не представляют, но гнусно падают. Понимаете, никто их собирать же не собирается. Вот, а тут они такие большие даже. Вы можете сказать, а вы их снимите, допустим, и на работу отнесите. Можно, так тоже можно, конечно. Вот, но я тут не ради яблок, не ради этого всего, друзья, я секатор взял в руки. А ради того, что там дальше. Дальше там хурма. Ну, вот давайте я такой общий план. Вот видите, она рыженькая такая. Хурма. Как много в этом слове растет, большая, вкусная, красивая. Я вот специально поставил сейчас на стульчик, поставил тазик. Мы такое создадим советское такое зрелище. Вот тазик, табуретка, советский секатор мощный и хурма. Вот вы видите, что происходит, когда не собираешь. Птицы обклевывают, все это лежит тут на земле. Ну, садовник уберет, конечно, но, в общем-то, зачем? Да, так что надо избавляться от этого всего. Вот я с другой стороны я зашел. Вот вы видите, да? Можно сказать, почему, как на чужой участок, так плодоносит? Но оно там и у себя тоже неплохо себя чувствует. И никто не собирает. Вот. Так что я, с одной стороны, может быть, и даже и съем что-то из этого, там пару плодов. В основном на работу отнесу. Но если не убрать, вот, значит, будут негативные всякие последствия. А видите, оно как растет. Вот я даже никуда ходить не надо. Вот я рукой с земли достаю. Без всякого секатора. Ну-ка. Оп. Без секатора сложно. Тут надо бы. Ну, хотя оно легко снимается. Оп, пожалуйста. Снялось. Тут на лбу. Да. Хурма хорошая. Не то, чтобы я оголодал по ней. Ну, хорошо. Мы сейчас Светлану позовем. Светлана. Не надо меня. Да, как не надо. В общем, Светлана, которая не хочет, чтобы ее снимали, будет мне содействовать в съемках. Ой, нифига себе, такая, мы же не сумеем сохранить столько. Я думаю, что, наверное, может быть, хватит, а потом в следующий раз еще. Она испортится. Еще чуть-чуть, мы же должны снять. Много, действительно, я стоя на земле, я не становился ни на какую приступочку, ничего. Это просто урожайный год очень. Ну, собираемся. Да, какие-то сверху, он есть изъеденные, вот видишь, белки кусают. Друзья, я покажу, что получается. Там некоторые зеленоватые, я бы их не стал брать, но надо почистить ветки. А некоторые такие красные, спелые. Я сейчас доберу то, что можно взять с земли, не поднимаясь на приступочку. А остальные туда потом. Что, когда уже внизу стоишь, так иногда проще просто двумя руками брать, чем вот этим секатором подсекать. Ой. Когда спелое, понимаешь, так оно само отлетает. Не надо даже отсекать ничего. Давай возьмем вот тут. Ой, тут красавцы такие. Свет, иди отсюда, покажи отсюда. Какие красавцы, вот они, а? Вот эти, все. О. Ее можно так на бочок наклонить. Наклонить, Миш. Вот. Оно так снимается. Миш, наклонить. А? Наклонить. А я что сказал? Наклонуть. Не, ну ты еще. Просто хочется сказать по-простонародному. Наклонуть.
Осторожно, блин, ты всю ветку сломал. Вот так вот опускать ее. Ну я не специально. Обидно. Обидно. Ну мы это не покажем. Так. В общем, вот. Нет, так они же испортятся все теперь. Ну, послушай меня. Сами можешь сказать, в руки падают. Вот тут уже чернеют, вот он надо их срезать, которые чернеют. Ой-ой-ой, сейчас. Ну кто мог подумать, что так можно сломать что-то? Я не специально. А что чернеет? И вот черный прям. Вот не туда, вот, видишь? Вот этот? Да. Не, ну это просто индивидуальный такой. Ну надо его снять. Не то, что там вокруг что-то чернело. Ну, вот, может быть, я прямо веточку вот так. Вот так, вот раз веточку взял, вот так. Веточку взял. Ну, вот, красавчики. Вот. Ну, теперь, когда оно все наклонилось, стало гораздо удобнее снимать. Конечно, когда наклонилось, проще. Очень много, большой урожай в этом году. Вот тут, я не знаю, видно ли. Знаешь, оно почему сломалось, Свет? Оно просто отяжелело. Оно тяжелое. Я просто чуть-чуть надавил. Да, оно тяжелое очень, оно да. Оно там треснуло, да. Вон там. Да. Ага. Лучше бы вот эти яблоки упали, которые вообще ни уму, ни сердцу растут тоже с нашей стороны. Это мы так не можем рассуждать. Это, ой, ё-моё, это не гуманно. Там одно изъеденное, нам вот, его да, не надо. Я хотел показать ребятам, вот тут одно изъеденное. Это уже животные какие-то постарались. Они берут самые спелые. И вот это изъедено. Да. Да, так что есть изъеденные. И вот зеленые они не берут, они берут спелые. Да. В этом преимущество снятия зеленых плодов. Дурных ведь нема. Никто не хочет. У дурных нема. Так. Ты, Света, в Киеве жила, там росла хурма где-нибудь на Украине? Нет, конечно, я даже никогда не знала. А что росло при большевиках там? Что? Что росло? На даче у вас что росло? Яблоки. Так. Ну, груши так себе, не очень росли груши. Так. Рос очень плохонький какой-то зимнестойкий виноград. Виноград я ваш помню. Одно название. Нет, ну он съедобный был вполне, но не супер, конечно. Слушай, а вот тут большая красивая вот хурмища висит одна. Вот видишь, вот она, да. Так, не сломать бы ничего, я уж теперь волнуюсь. Поймал, видишь, как? Да, да. Но она таки большая. Большая и спелая, и неизъеденная. Я вам сейчас ее покажу. Она такая как бы потненькая, видишь? Чем-то таким вот. Да? А сейчас я рукой протру. И она становится такая рыночного качества. Знаешь, как на базаре кавказцы да, стояли, да, да. Так потерли, вот так потерли. И так и положили, вот она блестит. Ну да, да. Я не продаю. Только для вот. Ну, съемки. Хватит, наверное, пока что, потому что... Ты знаешь что? Тут... Ну, мы не сохраним просто такое количество. Ну, а что делать с ним? Ну, ничего, что ты делаешь, ничего не делаешь. На работу отнесешь. Друзья, съемку произвели, правильно? Покажи тазик, может быть. Так, может даже наехать на него или подойти ближе. Так с этой штукой неудобно наезжать. Неудобно, камера тени. Ну, в общем, короче... Вот это все есть. Может листики ободрать тут оставить? Да, ну, так и правильно сделать, листики ободрать, конечно. Так. Да, листики придет садовник и заберет. Правда? Да. А мы их куда денем-то? Вот такие проблемы, друзья, когда у тебя соседи сажают фруктовые деревья. И сами не собирают. А сами не собирают, и приходится потом за ними, значит... Не, ну, с другой стороны, можно съесть, конечно, но с другой стороны, в таких количествах же съесть невозможно. У нас в офисе есть Жанна. У Жанны муж большой садовод. И вот на небольшом относительно участке, ну, что тут у нас, это участке, он производит невероятное количество всего. То есть, чего только не растет у Жанны, я не знаю, там и травы всякие, и фруктовых деревьев очень много. Она постоянно что-то такое приносит. Ну, мы все, у кого что-то растет, ну или у соседей, вот, мы постоянно, не тряси камеру, ты смеешься, она трясет, вот, мы и что-нибудь приносим, ну, вы знаете, что на работе все идет, даже зеленая хурма на работе тоже пойдет,
Слушай, она сладкая, она не, как это сказать? Она не вяжет. Она не вяжет, нет. Это вот такой сорт, который не вяжет. И так, давай смотрите, напоследок, друзья, я возьму вот эту хурмушечку, красавицу, и ее, так знаете, оботру и превращу ее в рыночного качества, блестящую. У нее там черненькая, что? Черненькая немножко есть, это не ерунда. Вот, и она красавица такая. Сейчас мы и так оботрем. Ну, так, знаете. Миша, не надо об себя обтирать. Ты не понимаешь, это же самое то, что надо. Это для съемки у нас. Где ты такое увидишь? Ну, вот да. Только на нашем канале. Вот она, красавица. Пошли.